Новый тренажер – шанс на полноценную жизнь. Общественная организация семьи инвалидов «Людям нужны люди» инициировала новый проект. Намерены общими усилиями собрать деньги и приобрести новый реабилитационный тренажер для детей, страдающих ДЦП. Первым оказать финансовую помощь решила Запорожская епархия. «Наша задача – максимально социализировать больных детей», говорят руководители общественной организации «Людям нужны люди». Используют для этого новейшие методики физической реабилитации, которая немыслима без современного оборудования. Своих средств на приобретение новых тренажеров у них нет, поэтому обратились за помощью в Запорожскую епархию. Это оборудование надо им для того, чтобы научиться ходить, для того, чтобы максимально быть независимым в своей самостоятельной жизни. Так вот, наш проект заключается, цель нашего проекта состоит в том, чтобы собрать деньги на это дорогостоящее оборудование, в частности, на ортопедический тренажер для ходьбы фирмы Pacer. Так как у нас проводится акция «Проект любой милосердства», то этот проект не прекращается. Периодически на наш счет поступают деньги, поэтому... Вот мы имели возможность пожертвовать на этот тренажер 10 тысяч гривен. Добрые песни для добрых дел. Помимо физической реабилитации, дети и их родители здесь получают и психологическую помощь. Учатся вместе преодолевать невзгоды и радоваться жизни, несмотря на проблемы со здоровьем. И попросить вас вашего благословения на то, что... Бы я ходил. Пожалуйста. Бог благословит, чтобы все хорошо было. В нашей общественной организации состоит 30 семей, которые воспитывают детей с особливыми потребами. Это детские церебральные параличи, это синдром Дауна и это аутизм. Я, во-первых, поражаюсь такими людьми. Мне бы очень хотелось подражать их терпению, их смирению. И помочь, чем можем, чтобы мы, имеющие руки и ноги и голову, могли, взирая на этих деток, задуматься о своей жизни, поблагодарить Бога за то, что Он нас милует, и пожертвовать этим детям. В знак благодарности архиепископу Луке вручили корзину с яблоками, на которую посадили символическую улитку – эмблему общественной организации «Людям нужны люди».